Пока нас не взяли на прицел. Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с вами продолжим играть в Half-Life 2, только вот прям одну секунду я сделаю вот так, потому что опять же меня засвечивает, и какую серию я с этим борюсь, уже не знаю. Меня засвечивает солнце меня засвечивает. Вот, в предыдущей серии мы приехали вот в это вот дело, нам вот этот вот товарищ присобачил вот эту вот штуковину, офигеть, я объясняю, пулемет, в общем, у нас есть теперь на лодке, и мы можем спокойно путешествовать по... Они везде восстанавливаются, не только на той базе, да? То есть мы со спокойной совестью можем теперь гонять по просторам этой прекрасной вселенной. Да что ж такое? Мы можем стрелять в этот вертолет теперь. А не только он в нас может стрелять. Главное не отвлекаться сильно. И постоянно стрелять в вертолет. Блин, я прям хотел его сейчас прям добить. Не знаю. А, вот. В целом у нас сейчас не до... Здорово. Здорово, ребят. Вы что такое делаете-то? Открывайте дверь-то. Кто в меня стреляет? Где? А, то есть мне надо вылезти все-таки. Ага. Зашибенский вы придумали, конечно, вообще отлично. Что я хотел сказать? Я забыл, что я хотел сказать. В общем-то, в принципе, нам это и не нужно знать. Нам не нужно знать, что я хотел сказать, потому что я все, что нужно сказать, я сказал. Чего? Что? Что произошло? Где? Нам пешком что-то туда идти? Не, так не должно быть. Стрельните, пожалуйста, вот в эту. Ребят. Мне к вам, что ли, нужно прибежать, чтобы вы мне... Зашибись, я прибежал к вам. Нет, ну сюда я уже должен явно приехать на лодке. Поэтому... Не-не-не! Блять, ровно прям в нее прибежал. Да они траекторию меняют, как собаки бездомные, блин. Ну что ж такое-то? Они в последний момент сворачивают и все. И как хочешь, так и живи с этим. Вон, она сейчас чуть меня уши пробит. Не пробила. Зачем туда бежать, я не знаю. Что мне нужно сделать? Мне нужно вон на ту сторону. А! Да? Или нет? Или мне кажется? Мне кажется. А как я туда должен попасть? Я должен попасть туда непонятно каким образом. Непонятно как и зачем. Мне нужно попасть вон туда. По-хорошему. По-хорошему мне нужно туда залезть. А как мне туда залезть? Это вот другой хороший вопрос. Очень интересный и очень для нас значимый, я бы хотел сказать. Потому что я туда не знаю, как попасть. Зашибись, ты слез, конечно, дружище. То есть можно слезть только вот сюда. Нет, я понял, для чего эта хреновина нужна, все. Ладно, все, не будем в тебя стрелять. Ну, костюмчик. Вы зачем так делаете? Очень нехорошо поступаете, ребят.
очень нехорошо поступаете, и я считаю, что делать так не нужно. Вот. Я считаю, что делать так не нужно вообще. Вот просто стрелять в меня — это плохо, очень плохо. Давайте мы сделаем вот так. Я задействовал магию и, короче, магию занавесок. И теперь у меня нету засвета на лице, потому что солнце — это не солнце даже, хотя это солнце, скорее всего. Просто свет, блин, дневной. Он очень-очень-очень ярко меня засвечен, непонятно почему вообще. Блин, стрелял не в того, в кого нужно было, ну ладно. Я очень медленно еду, потому что я пытаюсь прицелиться, а мне, по сути, не нужно здесь целиться. Тихо, тихо. Так, патрончики восстанавливаются скорей. Ой, 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 ой. Что-то я думал, что я не сюда заехал, а потом подумал, что я все-таки сюда заехал. Че же я не сюда заехал? Сюда заехал. Много я патронов трачу, очень много патронов трачу на бесполезную ерунду, можно их просто было бы сбивать. Так, ну здесь, в принципе, нам что нужно сделать? Здесь нам ничего не нужно делать. Здесь у нас, в принципе, все получается. Очень плохо получается. Ну, я так, по крайней мере, считаю. Ну, что ж такое? Молодец. Взорвалась, наконец-то. Стреляй, пожалуйста, в меня, машина. Взорвалась еще одна. Так, отлично. Никто в меня теперь не стреляет. Уже радует. И куда здесь деваться? Оп. Бочки, коробочки. Коробочки. Отличненько. Энергия. Блин, да что ж... Сейчас. 5 секунд прям под... Просто я сейчас буду в красном, вот в таком оттенке, из-за того, что меня камера решила засветить. Я просто белый сижу, я не понимаю, почему я сижу белый. Я, блин, нормально всегда сидел, и все всегда было белым. Ну, блин, был нормальный свет, а сейчас внезапно... Короче, ерунда, ладно. Немножечко буду красноватым, ничего страшного, от этого не случилось. Я просто не понимаю сейчас, куда мне нужно ехать, из-за того, что... Мне это очень сильно бесит, что я такой красный. Но, блин, что я могу поделать, если ничего не могу сделать? Знаешь, почему ничего не могу сделать? Потому что я просто красного цвета. И все. Так, я знаю, что делать нужно. Мне нужно каким-то образом попасть вот в вот эту стену. Каким образом я знаю? Вот здесь, например. Нет, здесь нельзя проехать. Где-то здесь должна быть дырка в стене, скорее всего. Так, вот здесь вот есть дырка, но не в стене. Блин. Как бы можно было бы проехать туда? Как бы не было зимы. В городах и все. Я не понимаю просто, куда мне нужно ехать. Нет, я понимаю, куда мне нужно ехать, но как туда попасть? А, может быть, в объезд просто нужно? В какой объезд? Здесь вообще объезд никакого нет. Ну да, типа, я все, я приехал, я в тупике. И из этого тупика можно выбраться только одним единственным способом. Это вот... Что там падает? Это забраться вот сюда. Забраться сюда вот таким вот способом через жопу не получится.
Знаешь почему? Потому что это, блин, игра все-таки сделана с продумкой на, ну, с расчетом. Хрена себе, это же можно вот так туда подпрыгнуть. Нет, нельзя. Ой. Ладно, давай решим эту проблему гениально. Я подключаюсь к Галилео. Мне нужно попасть вот туда. Сейчас я сделал проблему себе сам. Да чтоб тебя за ногу. Побежали. Что здесь можно сделать? Что падает все время за меня? Здесь больше делать нечего, в принципе, потому что... Ну а что здесь можно сделать? Здесь есть вот корабль, который стоит, который ничего никому не делает, и все, в принципе. Единственный способ, как можно сюда попасть... Нет, сюда нельзя попасть вот таким способом. Сюда можно попасть способом... Да никаким сюда способом больше не попадешь, потому что здесь вот единственный способ попасть туда, это вот так вот пролететь. И туда нужно попасть. Знаешь, из-за чего? Из-за того, что... Этот... как его называют? Из-за того, что там кислота. Так как там кислота, туда нужно плыть. Это все не берется. Блин, а как туда тогда попасть? Хороший вопрос. И этот хороший вопрос остается неразгаданным. А, может... Стой, может... Вот эта ерунда открывается. Да. Открывается. Да в смысле? А что не так-то? Я что-то сделал не так или что? Бочки не взорвались от гранаты. Да вы серьезно, что ли? Вот так новость. А где мой драндулет-то? Вот он. Просто ужас. Так, ну загадку мы решили уже, спасибо. Ой. У нас есть пулемет, это тоже уже спасибо. Пулемет это одно из наших основных преимуществ от противников. Не у всех есть пулеметы. Налево. Прямо, скорее всего. Класс. Прям поехал. Заходит он в поворот так, как я хотел бы заходить, но ладно. Вот. В принципе-то. Туда можно было бы поехать, но нет. Пойдем прямо. А вертолет что, убил что ли? Он что, больше не прилетит так, ко мне? Хорошо вообще, да, так сделал? Меня сейчас убьют просто, и все, вот и будет весь прикол. Я, по-моему, здесь умру сейчас. Блин, убил меня. Ладно. В этом вопросов больше нету здесь. Как бы я понимаю, что его можно убить, и что его можно до чего-то довести до такого состояния, что вот он гореть будет, улетать от меня, потому что, ну, тоже как бы страшно, жить хочется. Он откуда-то летел сзади меня.
Или нет? Да, он прямо вот там вот прям передо мной летел. Не подбивается вообще ни в какую, не хочет подбиваться. Ладно, у нас есть много шансов еще на успех, так скажем, потому что он уже почти готов, а я сел. Все, он горит уже весь. Ёлки-палки, деловка. Месть, получено достижение. Отлично, отлично, отлично. Ну и что? Что ты мне можешь сказать, дурачок? Ну? Ну-ка. Ничего не можешь мне больше рассказать, нет? Чё, нечего тебе сказать, собака такая? Ты не фолил мне мозги, сколько времени. И сейчас внезапно ты вот так вот берешь и все, да? И просто вот тебе больше нечего сказать. Собака такая. Ладно, погнали. В какую сторону, как непонятно. Порт 5, порт 5. Может, порт 5 нам нужен, нет? Какой нам порт нужен? Ну, здесь, в принципе, все закрыто, как бы, и... Нам нужно выйти куда-то, чтобы что-то открыть. Так как нам нужно... Это сделать... Я не думаю, что вот здесь можно долететь. Может, игровая физика, конечно, мне не позволяла это сделать, пока мы не убьем этот чудо-вертолет. Мне кажется, мы этого не сделали, потому что это бессмыслица какая-то. Что за шум? Так, допустим, давай вот сюда вот выйдем, посмотрим, что здесь у нас есть. Здесь у нас есть лестница, которая начинается непонятно почему сверху. Типа как бы мы по ней можем забраться, но мы по ней не заберемся, так как она высоко находится. А нам туда нужно. Нам туда нужно по-любому, потому что... Вот там он, я вижу сломанный переключатель. Сломанный переключатель — это понятно, что к чему и почему. Кислород, энергия. Так. Давай действовать по логике. Давай с самого начала... О, что-то подобрал. С самого начала исследуем эту местность. Так скажем, с самых этих низов. А, здесь залезть негде. Ой, блин. Может, это камни какие-то. Здесь залезть тоже негде. То есть, ну, в принципе, у нас остается один единственный вариант. Открыть вот эту вот, вот этот проход. Этот проход никак не откроешь, потому что вот этот проход нам закрыли почему-то, потому что, наверное, плохо себя вели, поэтому его закрыли. Как он туда залезть, непонятно. А может, надо просто снести вот эти две обалдулины и все, и... Нет? Так не работает. Как бы я вижу просто выход вон там, вот, не то чтобы выход, а вот путь. Что там можно подняться наверх,
что там можно как бы что-то делать. Ну, вот так вот эта игра и разработчики бы не стали делать, чтобы я вот так вот лез туда. А, может, там вот есть лестница? Она, скорее всего, есть, потому что... Да. Я же говорю. А, просто я как бы не понимаю, как можно сделать иначе. У нас есть два выхода, и надо было все изучить. Так, отпускать я раньше времени не буду, потому что потому... А, где моя тележка? Вот она. Вот она, моя тележка. Залезай. Погнали. Погнали мы... Ой. Споткнулся. Ой, ой, вертолет мы уничтожили. Особенно бояться нечего. Ну, кроме вот этих штурмовиков, которые постоянно будут нас докучать. А это что у нас тут такое? Это вертолетная площадка для несуществующего ныне вертолета. Поехали. А мне кажется, сюда. Потому что больше нам... Ой-ой-ой, некуда. Мы можем упасть туда, но как бы толку от этого не будет, так как... Ой. Так как это тоже типа дорога, туда сюда же ведущая. И вот здесь у нас есть один единственный вариант. Слезть вниз. Слезть, говорю, вниз. И... Спасибо, что сделали обратный путь для таких игроков, как я. Это можно помнить. Ага. Надеюсь, что она не закроется. Как здесь по-быстренькому спуститься? Можно же? Можно же. Вот он, спуск вниз. Опа. Зашибись. Просто вообще зашибись. Так, погнали. Нам ровно вот туда. Допрыгнул, что ли? Да хороший кутыхаться-то, ну блин. Имей ты совесть. Нельзя по-нормальному сперва. О, как я низко лечу-то. Восточная черная меза. А, в принципе, мы приехали. Мои предположения. Следопыт. А что, я следопытил сейчас? Я же ведь вроде ничего не сделал. У нас по времени, конечно, заканчивается, так сказать, хронометраж. И нам... Музычка заиграла какая-то. Я к тому, что нам уже заканчивать нужно, а никакой контрольной точки, как, ну, как таковой, нету. Никого не встретили. Опа. Спасибо. Мы что-то засекли. Чё вы засекли? Так, это человек. Хорошо. Ау, расслабьтесь, вы в безопасности. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Не может она рисковать. Я чуть не умер, только что отстал. Гордон Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Нет. Представляю себе изумление и облегчение Элая. А мне сюда нужно было, да? Я доктор Мосман. Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. О, хватит меня сканировать. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величие. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Давай. Прохожу. Я отведу вас к Элаю. Давай, отводи меня к Элаю, и я
смогу спокойно закончить эту прекрасную серию, потому что ну, она очень долго идет уже. Не по плану долго. Где Элай? Сделали за последнее время. Элай-то где? Чтобы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Элай-то... Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации. А мы его вначале не видели? Вначале, наверное, видели Элая, да? Или нет? Элай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияу. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями? Не понимаю, что ты говоришь. Поехали. Да, послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Мы не будем работать вместе. Так о чем это я? Не знаю, а, ты бубнишь что-то так много. Кляйнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство, так что можно облететь вокруг пограничного мира и вернуться, не пересекая местное пространство. А вот и Элай. Да. Молодец, продолжай в том же. Все, видел я такого. Не помню, где. Элай, смотри, кого я нашел в шлюзе. Гордон Фриман, дай-ка мне взглянуть на тебя, господи. Ну так я да сделаю просто. Ты ни капли не изменился, как тебе это удается? Так, я так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Что тут можно придумать? Это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Спасибо. Чувствую себя как дома. Спасибо, хорошо. О, смотри. Ничего себе, у тебя попрыгунчик какой на голове. Ой, на голове, на ноге. Доктор Фримен? Да. Вы должны остаться с Элаем. Я скоро к вам присоединюсь. Ну ладно. У вас прикольные двери в разные стороны открываются. Всегда Джудит нравится. Хороший ученый и претендовала на твое место в черной мезе, но ты обошел ее благодаря своему инсбрукскому опыту. Какому? Ну что, мне все? Мне... Что делать там? Давайте мы на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. О, всем Гордон, пока. Вортигон, ты сказал.